25 и 26 мая объявлены в Дагестане выходными днями в связи с наступлением праздника Ураза-Байрам. Постановление подписано председателем правительства республики Артемом Сдуновым. Оно стало итоговым документом после совместного решения светской власти и духовенства Дагестана. Напомним, накануне состоялся телефонный разговор между главой Дагестана и муфтием республики. Ранее мы также сообщали о том, что муфтия Дагестана назвал предварительную дату празднования Идаль-Фитр – это 24 мая. Кроме того, духовное правление мусульман Дагестана призывает всех верующих воздержаться от коллективных празднований и посещения друг друга в праздничный день. Во время пандемии коронавируса в исламском мире набирает популярность новый тренд – поздравления по видеосвязи, а ряд благотворительных организаций помогают верующим довести до нуждающихся пожертвования. Вечером 23 мая духовенство официально объявит точную дату праздника.